ждет, что сильный жрет слабых. Он постоянно этот цепляется ко мне, там обзывается. Угу. Мне больше некому попросить. Брат уехал за границу. Посмотри в камеру. Похож? Это он? Да, это 100% он. Телефон верни. Андрюха, машину, быстро, машину. Я что-то попутал. Который ты у малого забрал. Друзья, внимание, если вы хотите, чтобы через пару дней я выпустил продолжение этой части, прямо сейчас подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь лайк, потому что ваши лайки реально вдохновляют меня снимать эти крутые видео для вас. 60% из вас почему-то смотрят мой канал без подписки, ребят, а я для вас очень стараюсь, поэтому подпишитесь прямо сейчас на канал, поставьте колокольчик и нажмите лайк. Итак, поехали. Юра, привет, мне нужна твоя помощь. У нас на районе есть один тип, он постоянно забирает у меня деньги, когда иду со школы. И недавно он мне забрал все деньги на продукты. Я маме сказал, что их потерял. Она меня очень ругала. Я боюсь ей рассказывать правду. Помоги мне, я не знаю, как мне выйти из дома. В общем, друзья, всем привет, вы сами все слышали. Сейчас еду к этому Андрею узнать, что случилось, в общем, разобраться с ситуацией, потому что она не такая вообще, жесть какая-то происходит, на школьника нападают. И хочется узнать, что там происходит, вот так вот. Так что ждем, ребят. Не на Майами, пока не на Майами. Я любуюсь дома облаками. Матушка Русь, уеду, вернусь, зайду обняться, если заберу. Насколько я понял, друзья, это где-то здесь должна находиться. Там какой-то пацан стоит. А по-моему, это он. Привет. Ходи. Андрюха? Да. Здорово. Привет. Ну как ты? Ну так себе, плохо, можно так сказать. Да не расстраивайся, расскажи более детально, что произошло, чтобы я понимал. Ну, у нас на районе есть такой тип, который постоянно забирает у меня деньги, когда я иду после школы. Ага. Недавно он мне забрал все деньги на продукты, которые мне дала мама. Ничего себе. Потом, когда я пришел домой, мама спросила эти продукты. Но я ей сказала, что я потеряла эти деньги, потому что я не хотела говорить, что он у меня их украл. Забрал. А что ты маме не рассказал? Ну, потому что боялся, что она меня еще сильнее наругает. Ну, ситуация, что ты понимаешь, не такая нестандартная, да, и вряд ли тебя наругалась. Ты, конечно, ты потеряла, так на тебя, получается, их забрали. А этот тип постоянно промышляет, да, у вас да. На районе? К тебе цепляется, да, или еще к другим кому-то? Не знаю, только, наверное, обычно надо с дома выйти. Да? Ну, сейчас капец. Фух, ну, я постараюсь тебе помочь. То есть ты говоришь, он здесь, где-то рядом и постоянно на этом районе, да? Да. Он постоянно этот цепляется ко мне, там обзывается. Угу. Мне больше некому попросить. Брат уехал за границу. Да, окей, Андрюха, не вопрос, я тебе помогу, то есть решим ситуацию. Мне надо просто видеть этого типа, он один обычно там или да. С кем-то? Ну, частенько. Хорошо, давай сейчас подъедем тогда и уже более детально посмотрим, где он там ходит, чтобы он, главное, нас не видел, окей? Да, без проблем. Ты, главное, не волнуйся, все хорошо. Будет нормально. Подъедем. Угу. Так, ну окей, я здесь стану тогда. Сейчас. Чуть-чуть припаркуешь. Так, обычно он где тебя прессует? Вот там дальше. Да, там на лавочках сидит. Угу. Так. Хорошо, Андрюх, смотри. Давай посидим, в общем, посмотрим, может, он выйдет. Да. Более детально решим уже, да? Как вообще обычно, в какое время там бывает? Когда ты идешь? В магазин там или куда-то, в школу там? Ну, в магазин этот, так, когда мама скажет. А в школу утром выхожу примерно в 8 утра. Угу, я понял. Хорошо, ну давай подождем, посмотрим, что-то как. Вон, по-моему, это он. Это вот этот? Да, в синем капюшоне? Да. Точно? Да, точно он. Уверен? Да, 100%. Может, лицо? Подожди, я отсюда не вижу. Сейчас, подожди, я достану. Ой, фотоаппарат, посмотри.
подожди. Сейчас. Лица его не вижу. Посмотри в камеру. Похож? Это он? Да, это 100% он. Точно? Да, точно он. Угу. Вон что-то, видишь, высматривает. Точно уверен? Да. Чтоб мы не перепутали. Это он, еще возле моего подъезда сидит. Так, смотри, пока он нас не заметил. Смотри, пока он нас не заметил, короче, как сделаем. Сейчас тебе дам айфон, в общем, ты с ним рядом пройдешь. И мне надо посмотреть, как он себя будет вести, окей? Нет, не хочу. Почему? Мне страшно. Да не волнуйся, я тебя подстрахую. Просто надо сделать так, выманить его, понимаешь? Чтобы он что-то сделал. Чтобы я именно мог это увидеть и заснять. Ты понял? Да. То есть не волнуйся, если вдруг он будет у тебя требовать деньги, скажи, денег нету. Если будет требовать телефон, не сопротивляйся, отдай ему телефон. Короче, я выйду и сразу тебя подстрахую, понял? Да. Так, смотри. Вот айфон, держи. Я скажу, когда выходить, пока он сюда не смотрит. Значит, он не знает, что мы здесь. Он сейчас как люди. Давай, выходи. Выходи, просто медленно пройдись рядом, смотря в телефон, понял? Давай. Давай, Андрюха, не подведи. Главное, не волнуйся, все будет хорошо. Блин, он к нему подошел. Блин, точно, это он его прессует. Ах, сволочь такая. Вот гаденыш. Так, надо разобраться с ним. Тихо, чтобы меня не заметил только. Слышь, ты чего здесь со школьником делаешь? Просто... Телефон верни. Андрюха, машину, быстро, быстро. Стой, блин, стой. Стой, когда? Он сюда подошел! Стой! Стоять! Сагат бегает! Телефон! Телефон сюда, быстро! Ты что-то попутал. Который ты у малого забрал. Марафонец, походу, добегался. Друзья, по многим причинам я не могу загрузить это видео на YouTube, но я его загружу в свой Instagram. Ссылка будет в описании под видео. Заходите, подписывайтесь и смотрите видео первыми. Ну как ты тут? Нормально, все. Догнал? Да, телефон вернул, все нормально. Угу. Слава богу, потому что... В общем, не волнуйся. Они спасибо. Тебя больше вообще не тронут, не подойдут к тебе. Они будут подходить больше? Да не, не волнуйся. Я их, короче, поговорил с ними нормально, и теперь они точно не сунутся к тебе. Спасибо большое. Да не за что. Фух, как-то так. В общем, главное, ну, ходи там по району, все хорошо, тебя... Вообще, я думаю, что они здесь вообще не появятся. Если вдруг появятся, да, в общем, ты, в общем, сразу мне звони. Угу. Дождь начался. Капец. В общем, сразу мне звони, и мы уже решим, да, что с этим делать. Спасибо. Да не за что, Андрюха. В общем, давай, краба. Все, угу. Рад тебе помочь. Я тоже. Давай, смотри, беги домой тогда, угу. Чтобы под дождь не попал. И если что, звони мне. Давай, пока-пока. Давай.
Да, друзья, в общем, вот такая вот ситуация, и дождь пошел, и как всегда. Фух. Конечно, немножко был адреналин с этими гопарями, в общем, разбираться. Но главное, что они, я думаю, больше не полезут к Андрею и не будут отжимать телефоны в этом районе. В этом я уверен точно. Как-то так. В общем, ребята, надеюсь, ролик понравился. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик. Всех обнял, с вами Юрий Благополучный. Пока. Друзья, продолжение этой части я загружу на свой второй YouTube-канал. Ссылка будет на него в описании. Заходите, подписывайтесь и не забывайте написать комментарий и поставить лайк. Всех обнял. Если вы хотите, чтобы я сразу же выложил продолжение этой части, давайте сделаем максимальное количество лайков, подпишемся на канал и нажмем колокольчик. И обязательно напишем комментарий в конце. Палим на повал, я поднялся на вершину, моя мечта.